Всем доброе утро. У нас сейчас 9 утра. Смотрите, какой у нас туман. Прям офигеть. Туманище. Вчера вечером такая же беда была. И это каждый день вот такой вот туман. Машина едет, 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 едет. И скоро мы ее вообще не увидим. Вот такой вот туман. Пришла домой. Сейчас буду заклеивать посылочку. Эту посылочку мы отправим Сашиным дедушке и бабушке. Здесь получается открытка, там наши фотографии, как детки подросли, да, потому что они нас не видели последний раз, наверное, в феврале или в марте видели. Вот, как детки подросли. Отправим им сушки, пряники, кексы. И здесь я набрала разных конфет. Дело в том, что у них будет 60 лет воскресенья, как они живут вместе. Вернее, день свадьбы, да? Бриллиантовая свадьба. Одежду мы не покупали, потому как им уже за 80. Хотела купить тапочки, но Саша не знает их размера. И я тоже не знаю, какой они размер носят. Но я надеюсь, к Рождеству мы узнаем, вот, какой они носят размер. И поздравим их немножко другими подарками. Ну а сейчас покажу вам, что я купила. Купила обычный казахстанский шоколад. Потом купила вот такой вот горький шоколад. Потом купила вот такую вот шоколадку. Ну и здесь всякие разные конфетки. Всякие самые вкусные, да, конфеты, которые нашла в русском магазине. Не стала покупать и немецкие. Немецкие, думаю, отправлю уже на Рождество. Так как к ним придут гости, у них часто бывают гости. И будет с чем попить чай, угоститься. Там открыточка тоже лежит. Вот. Так что все это сейчас я запакую и отнесу на почту. Кстати, сковородку тоже на днях я отправлю, потому как только позавчера, по-моему, только я получила адрес. Женщина выиграла с Воронежской области. Это Россия. Иду сейчас я за Ермочком в школу, в садик, хотела сказать. Голова еще не высохла. Совсем чуть-чуть влажную. Вот. Вы спрашиваете меня, почему я так редко начала снимать видео. Потому что каждодневную рутину, я думаю, никому не интересно смотреть. Я, получается, каждый день что-то да чуть-чуть снимаю. И потом вкладываю это все вместе в один влог. Вот. Сейчас бегу за ребенком, потом придем домой, будем делать уроки, потом за Изабелькой, потом Климушка подойдет. В общем, как-то так. Сегодня нам еще ехать на тренировку нужно. Дети занимаются самбо. Многие спрашивают, чем занимаются дети. Я езжу на тренировки, нет-нет. Так как сегодня пятница, нужно будет закупиться. Кстати, по поводу закупок. Закупки тоже делаю я не каждый день. Привет, ты делаешь? Ага. Привет. Привет. Отвезли деток мы на тренировку. Приехали вот сюда, в ТТЭ. Мы еще не были в этом магазине. Здесь обои продают, ковровые покрытия разные. Хотим пойти сходить посмотреть шторы. Пойдем сходим, посмотрим. В общем, надо сходить и посмотреть. Типа Хаммера, я так думаю. В общем, мы были в ТТЛ. Там понравились нам обои одни. Они стоят 19 евро за рулон. Отойди, Изабель. Вот, сейчас мы приехали в другой магазин. Я не знаю, видно вдалеке вам домики на горах. Сейчас покажу, в какой мы магазин приехали. Сейчас приехали мы в этот магазин.
сейчас пойдем посмотрим, что там. Ну, в ТТЛ мы ничего не купили. Сейчас тут глянем, посмотрим, может, что-то есть интересного. Видите, уже все к Новому году готово. В общем, мы опять дома. Ездили в магазин, были в русском магазине. Закупились на 50 евро. В русском магазине, в принципе, мало что можно взять и потратить большие деньги, да? Но нам нужно было. До русского мы были вот в этом голубеньком магазине. Я так и не прочитала его название. Я даже не постаралась. Изабелька увидела вот такие вот две куколки. Они раньше стоили 5,49, сейчас они стоят 2,99. Вот такие вот куколки. Их можно посадить на полочку, и они будут сидеть. Ну, Изабель попросила, говорит, мам, купи, я буду с ними играть. Ну, я не могла ей отказать и купила такие две куколки. Держи, Изабель. Потом, что мы купили еще, я вам быстро покажу. Я купила вот такие вот вафли. Они стоили 95 центов. Я купила 3 упаковки. Так как у Изабельки в воскресенье будет день рождения, а печь, я, честно говоря, не знаю, буду я печь или не буду, но вафельный торт я точно сделаю, потому что вафельный торт едят все. И всем он нравится. По 95 центов каждая упаковка. Дальше. Евро 9 стоит палочки, да, Маша и Медведь, здесь 160 грамм. Беги, Изабелька, папе покажи. Потом, так как я сегодня кушать ничего не готовила, потому как мы пообедали, но ужинать мы не ужинали, и я ничего не успела приготовить, поэтому я купила пельмени. Купила пельмени. Покупаем вообще пельмени очень редко, вернее, никогда, да, один раз только было, что мы покупали пельмени. Но вот это вот второй раз. Вот такая вот пачка, я купила их маленькие, потому что детки любят маленькие пельмешки, я тоже стараюсь лепить маленькие, ну не до такой степени, конечно, маленькие. Вот такая вот пачка стоит евро 45, здесь полкилограмма, вот, так что сейчас будем варить пельмешки. Потом мы купили вот такие вот сушки, детям они очень нравятся, Саша берет их на работу, я тоже с чаем пью сушки, не всегда, но по утрам пью. 55 центов стоит пачка, в каждой пачке здесь 300 грамм. Кстати, обалденные сушки, кто живет в Германии, попробуйте. Они не жесткие, хрустящие, вкусные. Потом, по-моему, евро 59, если я не ошибаюсь, стоит квас Тарас. Дети очень любят квас, я квас не особо, но они любят, я им купила 2 литра. Кстати, в прошлый раз, когда я покупала себе на день рождения квас, он у нас до сих пор стоит на балконе, так что теперь у них 2 бутылки кваса. Это купил себе Ермачок, 29 центов, там получается... Иди, папа, открой. Там получается такой вот чупа-чупс, и ты, получается, чупа-чупс облизываешь, макаешь вот в эти вот прыгалки, и потом, когда опять облизываешь чупа-чупс, у тебя прыгает во рту, да? Вот. Дальше купила я вот такие вот конфетки Аленка. Здесь я даже не знаю, сколько грамм. Сейчас я посмотрю на чек. Так, так, сейчас я скажу. Так, конфеты. Не знаю, что-то конфеты я не вижу. А, ну вот. Конфеты. Получается, на евро 84 вытянуло, здесь 216 грамм. Так, дети купили себе по мороженке. Честно говоря, не знаю, сколько она стоит. По-моему, 45 центов каждое мороженое. Вот такие вот. 2 шоколадных и одно, получается, карамельное, да? Пломбир крем-брюле, вот такое. Помимо этого... Да я показывала, что уже купила. Перекушаем. Помимо этого, купили еще мороженое. Саша купил себе вот такие вот кальмары с соломкой. Не знаю, сколько стоит. Потом купил себе такое литовское мясо холодного копчения. Получается, вот такой кусочек за килограмм стоит 7,50, а так евро 97. Такой вот кусочек стоит. Дальше, по 99 центов я купила 3 упаковки сгущенки, это для торта мне. Надо будет еще купить масло. Потом Саша купил еще
какую-то такую рыбку китайского происхождения, я так поняла. Уже написано где-то на китайском даже. А может, сейчас там скажу. Написано китайские. Китайские, да. Написано на немецком. Производителя я что-то не вижу. Ну ладно, не важно. Дальше за по 59 центов купили вот такие вот конфеты. Клемушке нравится. Ермачок, Изабель, бегите туда. Сейчас я вам скажу, сколько стоит. Так, получается 5,90 за килограмм. Здесь 194 грамма на 1 евро 14 центов. Дальше купили вот такое вот масло Кубань. Оно около 2 евро стоит. Потом дети захотели лапшу. Купили лапшу, она тоже евро с копеечкой стоит. Потом сыр копченая, косичка за килограмм 21 евро 90 центов. Климушка, прикрой дверь. На 2 евро 28 центов вот такая вот косичка стоит. Так, дальше купили вот такие вот 2 евро 9 центов. Вот такая вот пачка, там 10 мороженых. Купили 2 пачки. И тут еще совсем немножко, я быстро вам покажу. Купили вот такой вот кусок мяса, он в пачке, 9 евро 11 центов он стоит. Возьми, Кремушка, возьми. Вот, дальше. Клим захотел у нас шпроты в томате, жареные, 99 центов, но я не люблю вот такие банки. Я не стала брать, но прям взял, захотел и взял, да? Потом Саш купил себе рыбу. Сегодня хочет попить пиво. На 3 евро 6 центов она вытянула. Килограмм 11 евро 49 центов. Сейчас я вам ее покажу. Вот такая вот. Потом получается пельмешки, да, те же самые. Потом Саша купил огурцы, ой, помидоры, огурцы. Вот такое вот жигулевское пиво барное. Здесь 4,90 оборотов. Потом вот такое вот разливное пиво светлое. Не пастеризованная. Здесь 5,3 оборота. И вот такой зубр. Такой вот зубр. Не знаю, сколько тут оборотов. Я, честно говоря, нет, я не вижу. Такой вот зубр. Больше, в принципе, ничего не покупали. Вот такая вот была закупка. Завтра поеду закупаться я ко дню рождения непосредственно. Мне нужно будет купить курочку. Нужно будет купить на салатике. Готовила по-быстрому тортик. Торт занимает всего 2 часа. Торт называется Лена внутри, да. Снаружи кокосовая стружка. И сверху я украсила всякой-всякой всячиной. Вот так вот он выглядит сбоку. Правда, у меня на столе полный бардак. Потому что все делала быстро. Это Ермак, Ермак. Ермака, да. Сейчас мы поедем к ним на тренировку на самбо, так как они вернулись с России, и все будут сидеть, будут посиделочки. Кто-то будет нести горячее, наверное, кто-то будет салатики, ну, а я тортик. Так как долго мы сидеть не будем, тортика, да, посидим пару часов, и нам нужно будет ехать Изабельке купить диван и, в общем, закупиться на день рождения, делать торт. Так что Изабельке, я думаю, что сделаю точно такой же торт завтра. И еще, наверное, вафельный. Или просто вафельный. Не знаю, посмотрим. Ну, в общем, кому интересно, у меня на канале есть этот торт. Называется он Лена. Вот, а украшать можете так же, как я. Набрали там клубнику, сладости. И все подряд наверх положили. И, в общем, неплохо смотрится.